Всем привет. Сегодня у меня BlackBerry. Такой планшетный компьютер BlackBerry Playbook. 64 гигабайта. Модель RDJ21. Вот такая моделька. Так, принесли с диагнозом, не включается. Вот, 15 евро. Я уверен, здесь проблема его не включения кроется в гнезде зарядки. Очень много их носили раньше с этой проблемой. Давненько их не было. Реакции на зарядку нет никакой. Возможно, проблема и в другом. Сейчас посмотрим. Так несложно открывается крышка. Так. Да, он болтается, уже вижу. Оторвано. Снимаем системную плату. Включаем батарею. Так, отстегиваем. Все разъемы. 4 коаксиальных кабеля. Итак, шлейф дисплейного модуля, наверное, не знаю. Еще один винтик. Да, оторван. Такая вот проблемка. Причем оторваны, по-моему, пятаки. Вот он, гнездо. Да, оторван он вместе с пятаками. Придется ставить 4 перемычки. Не люблю ставить перемычки, ломать глаза. К сожалению, очень много проблем с оторванными пятаками. Это же гнездо будем ставить. Это же гнездо будем ставить, оно в прекрасном состоянии. Вот.
Итак, итак. Такая вот. Один, два, три перемычки. Под микроскопом, естественно, все это снять не получится. Поэтому сейчас давайте поставим гнездо. И потом на паузе я поставлю перемычки. Один контакт только целый. Включаем фен, 350 градусов у меня. Удаляем красную хрень, что-то вроде компаунда. Здорово. Вырвал кондёр. К счастью, нашел его. Вернем на место. Итак, греем дальше. Очень термостойкие системные платы в BlackBerry, очень толстые, есть исключения, конечно.
В основном все жесткие. 400 градусов у меня стоит сейчас. Я поднял чуть-чуть. Итак, посадили гнездо. Вот этот контакт у нас целый. И вот сюда мы сейчас будем ставить перемычки. Итак, ставлю на паузу. Это еще один разъем, кстати, тоже не в порядке. Не будем им заниматься. Итак, ставлю на паузу. Дальше продолжим через несколько минут. Итак, все готово. Порядка 15-20 минут. Зум не позволяет больше. Как-то так. Никогда не ставьте перемычки в натяг, потому что они оторвутся, как хорошо бы вы их не припаяли. Сгинайте их, изгибайте, вот, чтобы они имели свободный ход, как говорится. Вот. Изолированный провод обычный. У меня перемычки заводские, такие вот я заказывал на сайтах. Итак, здесь задние ножки мне пришлось оторвать вот отсюда, откусить, потому что иначе перемычки мне не припаялись. Итак, вставляем системную платку. Так, множество кабелей, разъемов. Ничего бы не забыть. Застегиваем разъемы. Без микроскопа вам очень сложно будет поставить перемычки такого типа. Поэтому микроскоп, тонкое жало паяльника, пинцет с тонкими краями. Плюс обязательно. Собираем планшет. Всем все понятно, как он собирается, застегивается. Давайте проверим. Лампочка загорелась.
зарядка пошла. BlackBerry Playbook. Ну и так далее. Всем спасибо за внимание, друзья. Это был BlackBerry Playbook 64 гигабайта RDJ21. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. Всем спасибо за внимание и до новых встреч.